регионе разрабатывается программа по созданию управления трудовых ресурсов. Ведомство будет нацелено на потребности работника и работодателя. Эту тему обсудили участники заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которую возглавил губернатор. Руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Светлана Дронова подчеркнула, что в первую очередь изменится формат работы службы занятости, в том числе благодаря цифровизации рутинных и уже устаревших процессов. Человек при поиске работы, обращаясь в кадровый центр, получает уже электронное резюме, получает электронное направление на работу и получает приглашение от работодателя, который первично уже в нем заинтересован, то есть уже первично отобранный. Еще одним новшеством станет перезагрузка региональной системы среднего профессионального образования. Главная суть реформы в изменении структуры и функционала не только департамента профобразования, но и всей сети. Предполагается создание новой системы управления трудовыми ресурсами, включающей в себя флагманский центр, центр опережающей профессиональной подготовки и региональный коррекционный центр. Последний будет отвечать за профориентацию, обучение и взращивание чемпионов для профессиональных конкурсов. Мы в рамках Конгресса по развитию профессионального образования в Москве презентовали этот проект. Мы обычно говорим, что вот мы изучаем опыт других регионов, стран и берем что-то для себя. Вот это тот случай, когда изучив, мы не нашли ничего подобного нигде. Мы единственные и первые в стране, которые готовы на перезагрузку системы профессионального образования. Уже готовых специалистов будут ждать на предприятиях, которые, по словам Сергея Морозова, с каждым годом становятся все более социально ориентированными. Глава региона наградил победителя областного этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Предприятиям вручили переходящее знамя, памятный знак в виде вымпела «Победитель» и диплом. Мы активно работаем и с населением, и с органами социальной сферы в части оказание помощи, содействия, решение достаточно многих вопросов, прежде всего, жизни населения. Среди главных итогов работы трехсторонней комиссии глава региона назвал нулевой показатель производственного травматизма среди несовершеннолетних. В целом число пострадавших от несчастных случаев сократилось на 8%, на 20% снизились показатели травматизма со смертельным исходом. Нам удалось добиться успехов в рамках проведения мероприятий «Год нулевого травматизма в Ульяновской области». Я напомню о том, что это было непростое решение. Это была такая вот амбициозная цель, которая стояла перед нами. И если кто-то помнит, как мы устраивали дискуссию, было много сомневающихся. Высокие показатели удалось достичь благодаря изменениям в работе территориальных трехсторонних комиссий в течение года. Несколько раз в месяц члены рабочей группы выезжали в районы, где принимали участие в профильных заседаниях. На местах оперативно без проволочек решались вопросы с работодателями и работниками. Таким образом, дни муниципалитетов они являются реальной работой. И в 2019 году мы завершаем эту работу. Буквально сегодня выезд в Радищевский район, завтра на Новокринске, я думаю, что примеры этой работы мы видим на результатах работы. Вот согласно отчетов на сегодня и докладам от Руслана Ленина, на 1.12.2019 года проведено 98 заседаний. Новая система работы с кадровым ресурсом области позволит объединить усилия для реализации двух масштабных нацпроектов – образование и демография. Наталья Чумаченко, Даниил Сурков. Новости Ул-Правда ТВ.